конкурс дети читают стихи. Панина Татьяна, рассказ танкиста, Твардовский. Был трудный бой. Все нынче, как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал мою мальчонку. А как зовут, забыл его спросить. Лет 10, 12, ледовый. Из тех, что говорят у детей. Из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машины обступают на стоянках. Таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку, и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит, не выгнать из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился. Столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте я поеду, на танке с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали, вот здесь, и с разворота заходим в тыл, и полный газ даем. И эту пушку, заодно с расчетом, мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, дышал гарь и копоть, от дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: «Спасибо, хлопец!» И руку, как товарищу, пожал. Был трудный бой. Все нынче, как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысячи лиц узнал бы я мальчонку. Но как зовут, забыл его спросить.